То, что вы поработали в парламенте, это большой, хороший багаж для любого человека и опыт. Для района это будет неплохо. Хотя Дубровинский район на хорошем счету, небольшой район, по крайней мере, работать там можно. Вас не напрягает, Дмитрий Леонидович, то, что вы не руководили крупными коллективами? Ну, у меня опыт есть работы в государственном аппарате. Этот опыт поможет в реализации работы с трудовыми коллективами. А вы Мстиславский район знаете? Это соседний наш район. Это и единый округ, поэтому преддверие избирательной кампании, в принципе, мы знаем этот регион, знаем руководителей, которые там находятся, в райисполкоме трудятся. Поэтому, конечно, не так подробно, как свой район, в котором уже отработал 22 года. Но вы имеете в виду, чего от вас там требуется? Потому что Мстиславский район, как бы там ни было, это не ваш район. Ваш хороший, компактный, красивый район, а там махина по сравнению с вашим районом. Да, это там, во-первых. Во-вторых, он не имеет того уровня, который должен иметь этот район. Это житница, можно сказать, Могилевщины. И результаты работы там должны быть в разы лучше. То есть вы постоянно будете на виду. Нужны в сельском хозяйстве новые тенденции. Нам нужен результат, нужна прибыль, нужны денежные средства. И в Мстиславле это можно иметь. Надо разобраться вообще, чем там заниматься в перспективе, особенно в части чего-то нового. И недавно говорили о производстве рыбы в стране. Слушайте, ну суперрентабельная отрасль. Рынок производи не хочу. И хорошие есть образцы. Я так думаю, ну а почему мы этим не занимаемся? Тем более, что мы готовы в разумных таких размерах и объемах профинансировать, прокредитовать подобные проекты.